Всем привет, с вами Светлана, и сегодня у нас очень интересное видео про тени Faberlic. Мы будем с вами тестить оттеночки теней «Галактическое путешествие» и сравнивать, насколько совпадают цвета в каталоге, делать свотчи и наносить на глаза. Итак, приступим. У меня здесь три оттенка. Давайте начнем с самого светлого. Так, «Галактическое путешествие», артикул 5231. Это у нас скорость света. Вот, смотрите, цвет в каталоге и цвет в самой баночке. Мне кажется, что здесь небольшое несовпадение, потому что вот в каталоге они смотрятся прям розовенькими, а здесь такие вот белесые, что ли, с перламутром. Давайте будем делать свотчи и смотреть, и наносить на глазки. Я сейчас нанесу на один глаз один оттенок, потом на другой глаз другой, и будем с вами сравнивать. Так, вот такой тут аппликатор. Тушевать мы будем только им, потому что это самый удобный способ. Я наношу на одно веко эти тени. Ой, ну цвет классный, конечно. И он, да, он с розовым отливом все равно. Я наношу полностью на веко, чтобы показать вам, как они выглядят. Красота. На лето вообще супер. И посмотрим, насколько быстро они высыхают, потому что я беру их в первый раз. Но так как наслушалась очень много положительных отзывов, я взяла сразу три оттенка, по моему мнению, самых мне подходящих и вообще самых ходовых. Так, я сделаю сейчас свотч на руке. Так, где бы вам поудобнее его сделать? Вот так. Мы посмотрим на руке и на глазах. Вот смотрите, вот такой цвет на глазах, на веке. Серебристый, светленький. И сейчас я покажу свотч. Вот так выглядит свотч на руке. Белесый перламутр с небольшой такой розовинкой. Вот смотрите, он уже засох, я его трогаю, прошло даже меньше минутки. Еще раз поближе покажу вам, как он смотрится на глазах. Вот таким образом. Так, дальше давайте с вами попробуем оттеночек средней насыщенности 54-51. Это мерцание Венеры. Вот этот оттенок в каталоге, вот этот оттенок в тенях. Здесь, мне кажется, практически полное совпадение. 54-51, да, мерцание Венеры. Такой розовато тоже, но в то же время коричневый. Ну, в общем, приятный оттеночек. Сейчас будем наносить с вами его на другое веко и тоже делать свотчи. Вот так он выглядит на кисточке. Тоже очень классный оттенок. Я прям рада, что уже с двумя цветами точно не ошиблась. Вот этот прям мой. Вообще супер. Так. На глазик нанесли. Сейчас сделаю вам свотч. Так, вот он у нас, мерцание Венеры. Очень красивый оттенок. Не рыжит. Я не люблю, когда коричневый цвет уходит в рыжету. И тоже здорово переливается, блестит. Показываю вам, как смотрится на глазках.
здорово переливается. Вот этот цвет мне очень нравится. Тоже он уже, в принципе, подсыхает и никуда с глаз не денется. Вот такой оттеночек. Так, это у нас мерцание Венеры было. И сейчас попробуем последний. Но для этого мне нужно стереть какой-то глаз. Я стерла первый светлый оттенок. Так, и пробуем следующий. Следующий у нас артикул 5230. И это у нас гравитация. Тоже очень красивый оттенок. Смотрите. Вот у нас гравитация в каталоге. И вот так в баночке. Но мне кажется, похоже. Должно быть. Пробуем нанести на веко. Наклейки не отклеишь. Все добротно. Прям такой темный, насыщенный. Мне кажется, даже с уходом в какой-то сиреневый оттенок. Наносим. Ой, супер, тоже красивый. Холодный оттенок коричневого. Такой коричневый-серый. Тоже мой цвет, очень мне такой нравится. Кстати, вот можно, в принципе, поиграться и с интенсивностью. И этим же аппликатором тушевать там, где вам необходимо. Ну, классный оттенок. Вот этот прям вообще супер. Да все мне понравились. Так, делаю свотч на руке. Вот у нас оттенок гравитация. Вот так он смотрится на руке. Очень красивый холодный оттенок. Потрясающий прям. И мне кажется, он из всех этих оттенков самый плотный. Сейчас еще вам повторю оттеночки. Первый, самый светлый, это у нас 5231. Скорость света, да. Второй посередине, это у нас 54-51, мерцание Венеры. И последний, самый темный, это у нас 52-30, гравитация. Девчонки, вот так они смотрятся на балкон. Вот вышла при дневном свете, это последний, самый темный оттенок. Я и на нижнее веко нанесла тоже. Вот так. Я очень довольна. Вот такие вот оттенки теней, девчонки. Мне очень понравились все цвета, вообще просто великолепные. Я довольная, как слон, можно сказать. Они потрясающие, они быстро засыхают. И, судя по отзывам, весь день они абсолютно никуда не деваются. Только единственное, что смотрите, когда будете наносить на верхнее веко, немножко нужно подержать глазки вниз, потому что я сразу подняла вот с этими темными тенями вверх глаз, и у меня немножко вот в складке глаз прилип. Когда я опустила, как бы вот так потрогала рукой, все нормально. А так все равно надо, ну, секунд 30 подержать глазки вниз, чтобы все равномерно осталось, ничего не прилипло, быстро сохнет, меньше минуты. Про оттеночки я вам рассказала. Кстати, когда снимала светлый оттенок ватным диском, сняла обычной мицеллярной своей водичкой, и снялся он очень хорошо, поэтому... В принципе, не обязательно там какая-то водостойкая нужна. Вот, смотрите, оттенки. Руками я тру. Никуда они не деваются вообще. Вот сильно тру. Даже хоть бы смазались. Вообще ни грамма не смазывается ничего. Мицеллярной водичкой стирается хорошо. Я очень довольна своей покупкой, этими тенями. Если вы все еще думаете приобрести, не приобрести, обязательно приобретайте. Они очень стойкие, классные, оттенки замечательные. Вот эти три, я думаю, самые ходовые, которые я приобрела. Надеюсь, была вам этим видео полезна и помогла, опять же, определиться с выбором. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Спасибо вам огромное за просмотр. Всех люблю, целую. Пока-пока.